Вот здесь стоял Андреевский собор в Кронштадте. Он был в советские годы, в 32 году полностью уничтожен. И вместо него в центре сквера был поставлен памятник Ленину. Его перенесли по улице Ленина чуть подальше в 90-е годы. И тогда же воссоздали, в 2007 году была воссоздана часовня, которая освещала Святой Праведный Филарет Московский. Кронштадтский гостиный двор, Андреевская улица. И, собственно, вот здесь вот чуть левее находился дом Причта, где жил Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. А это одна из главных улиц Кронштадта. Она идет с юга на север и проходит мимо всех основных городских значимых памятников и сооружений.